9 сентября в станице Тамань Темрюкского района произошел крупный степной пожар, в результате которого сгорело 6 домов. Есть опасность возгорания и в Славянском районе. Только с начала лета произошло 94 пожара. Причина многих возгораний – пал сухой травы и бытового мусора. На Кубани установилась сухая ветреная погода, что способствует возникновению пожаров и быстрому распространению огня на больших территориях. На этой неделе клубами дыма затянуло поселок Кубриз. Там загорелась сухая трава вдоль дамбы. Из-за сильного ветра огонь быстро приближался к жилым строениям. Пожарные расчеты оперативно выехали на место, но справиться со стихией долго не удавалось. К счастью, обошлось без жертв и потери имущества. В Славянском районе с июня по ноябрь введен противопожарный режим. В это время необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Воздержаться от сжигания листьев и бытового мусора на своих придомовых территориях. Не бросать окурки, не разжигать костры. Тем более, что за это могут привлечь к административной ответственности и выписать штраф, который составляет на физических лиц до 2000 рублей, на должностных до 20 тысяч рублей, на юридических до 50 тысяч рублей. Берегите свою жизнь, имущество и кошелек. Помните, огонь – это неуправляемая стихия, и безответственное отношение к ней и правилам пожарной безопасности ни к чему хорошему не приведут. Единый телефон службы спасения 112.